Всем салам, ребята, с вами снова я, и сегодня у нас будет обзор на Porsche Carrera S. Это 911 Porsche, который вы много где видите и видели. Ну, в реальной жизни, конечно, может быть и мало, но в играх или же просто даже где-нибудь на каких-нибудь товарах вы его можете видеть. Говорить не о чем, да. Говорить про скорость тоже, потому что 370 км в час на сервере Cooper PGS. Стоимость такого 200 тысяч долларов. Ну, именно на Cooper PGS. Также, не знаю почему, но он мне напоминает как бы лягушку. Спереди прям очень сильно напоминает лягушку. Управление очень хорошее, и даже, не знаю, нельзя что-нибудь сказать против него, так как управление мне прям нравится. С этим Поршом или Порше, не знаю, меня довольно-таки плохо связывает, потому что я не любитель таких вот маленьких автомобилей. Я любитель внедорожников, любитель каких-нибудь, не знаю, таких мужественных автомобилей. А это больше, ну не знаю, для богатых, для каких-нибудь людей, которые любят погонять. Девочек, не знаю. И так что вот, судьба меня свела вот именно с этим, не знаю почему и не знаю как. То, что Porsche любит очень сильно покушать, это правда. Для того, чтобы его накормить, я не знаю, потому что я его ни разу не заправлял, и в принципе, да, он ест, ну, достаточно, но все-таки это же суперкар. Развивает скорость он 370, стоит он 200, то есть, да, дешевле, чем Cayenne, но быстрее, чем Cayenne. По внешке говорить не о чем, потому что, ну, если говорить про то, что он, ну, красивый, или про то, что он маленький, это я могу подтвердить. Красивый, да, маленький, да, и поворотливый тоже, да, потому что все, что он умеет, это быть красивым. Если вы хотите, то, конечно же, покупайте. Я вам советую этот автомобиль. И если вам нравится Porsche, то, конечно же, на самом сервере Porsche только два. Это жалко, но все же вот. Всем до свидания, всем пока.